посмотрим, завтра можем. Понравится купить. Красноградик. Всем привет, точнее всем подписчикам, которые подписались на мой канал. На данный момент количество подписчиков составляет 289 человек, и это уже, ну, можно сказать, хорошо. Конечно же, мало, хотелось бы больше, но будем стараться работать, делать лучше видео, не дергаться, как я это делаю обычно. Ну, в общем, работаем, пытаемся. Вот сейчас вот косуху байкерскую отдел, потому что я-то байкер, а сейчас вот зима. А, ну и бурки, да. В общем, сегодня, как вы уже поняли, 18 декабря, да? Вообще-то 19. А, 19 сегодня? Декабря, да? Правильно ж? Немного только что затроил. Сегодня, оказывается, все-таки 19 января. Правильно? Да мало ли, я откуда знаю. Я, блин, сегодня все яйца отморозил. Я откуда знаю. Эти кокушки по жопушке застучали. Ой, да застучали кокушки по жопушке. Самар городок, беспокойная я. В общем, вот, сегодня нырнул в прорубь уже не первый раз. Вот первый раз только видео снял. Обычно только фотографии делал. Уже раз, наверное, 5, может 6 нырял всего. Но обычно там первые разы я там после сауны нырял, там типа баня, только сауна, сухой пар, очко пар. Если что, советую только в баню идти, если вам будут предлагать в сауну. Сауна — это параша. Вот баня — это классно. Русская баня такая, хозяйская, чтобы аж с очка дым шел. Так вот, в общем, что хотел сказать. Крепкого вам всем здоровья, чтобы вы были здоровы, как быки, занимались спортом. Ну, в общем, всего вам и побольше в новом году. Вот, в этом новом году уже открыли купательный сезон сегодня, 19 января. О, тут, блин, уже, блин, капец, уже уши мерзнут просто-напросто. Но зато шапка модная, мне она нравится. Вот, как вы видите, это Шкода. Вот что хотел сказать, просто возле Шкоды стал. Из-за того, что насчет того, что снимали ее мы на той неделе. Сегодня у нас с утра воскресенье. Вот. Снимали на прошлой неделе, где-то числа, наверное, 15-го. А 17-го я выкладывал вроде как. Ну, точно не знаю. В общем, тогда был, как вы видели на видео, ну, вообще земля везде. Вот за вчера насыпало, наверное, сантиметров 15 снега. Влупил крепкий мороз такой. Вот сейчас вот у нас минус 15. Да что ты снимаешь? Меня не слышно будет. Я говорю, минус 15 мороз у нас. О. Так что всем спасибо. Пока. До новых встреч, новых видео. Подписывайтесь на мой канал. Пока.